Приветствую вас, товарищи, на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси, и сегодня мы начинаем играть, уже третий раз начинаем играть в игру под названием Imperial Glory. Это будет второй сезон. Многие фанаты, которые, именно фанаты игры, не мои, конечно, которые смотрели прохождение первого сезона и начали начинать второй сезон, могут сказать, типа, Росси, ты уже проходил, типа, второй сезон за Швецию. Но, ребят, я не стал ее продолжать, потому что, так как это мод, и он имел много своих косяков и багов, я принял решение, что лучше все-таки, если уже играть в Imperial Glory, то играть в стандартную версию, без всяких модификаций. Значит, мы с вами выбираем полную победу, выбираем подсказки, не нужны, потому что мы уже взрослые, выбираем за самую тяжелую сложность, и, конечно же, мы будем с вами играть за Россию. Не видел я прохождение на YouTube, может, я, конечно, слепой не туда смотрел и не видел, но за Россию я на русском языке прохождения не видел. В прошлом сезоне мы с вами играли за Пруссию. Сегодня мы будем играть и дальше за Россию. И давайте, чтобы нам было удобнее и быстрее, значит, битвы, которые могут проходить без моего участия. То есть я буду проходить их на автомате, то есть автобоем. Битвы, которые будут спорные, я буду использовать... Секундочку, закрою этого мужика. Вот, я буду использовать именно уже на поле боя. Будем с вами побеждать всех и вся элитные войска России. Значит, у нас, соответственно, первая эра. Давайте выберем, наверное, пойдем сразу в пехоту. Что у нас идет по отношениям? Значит, мы в плохих отношениях с Османской империей, с поляками. Но пшеки, курва, я за них, как бы, в принципе, не удивлен. Это, наверное, будет первая наша цель, которых мы поработим, захватим, аннексируем и так далее. Потом, скорее всего, наверное, надо будет хапануть кусок Финляндии. И, наверное, надо будет нам еще сразу хапануть Анатолию. То есть кусочек Османской империи. Что у нас по генералам? Значит, капитан Бухольц. Прям как Бухой. Капитан Докторов и капитан Ланжерон. Что тут у нас у поляков? Сочно. Очень заманчиво. Один отряд, но даже если мы сейчас скооперируемся и сразу ударим, это будет, наверное, нелогично, потому что слишком большие последствия. Все нас будут там осуждать там и так далее. Так, давайте, значит, сразу ставим военную академию. И готовимся к миру. Ну, то есть, хотим мира, но готовимся к войне. Как я говорил раньше, лучше перебдеть, чем недобдеть. Значит, мне уже сразу не нравятся телодвижения Швеции, которые над нами. Так, военная академия построена. Давайте сразу сейчас наймем хлопцев с палками, чтобы они нас, если что, подстраховали. В любой момент будем использовать тактику зеркраша. Просто нападать и просто всех палками дуплить по всем причинным и непричинным местам. Я думаю, в принципе, два полных отряда нам хватит для того, чтобы захватить Польшу. И, наверное, два отряда нам хватит, чтобы полностью захватить Швецию. Это так, план такой блицкриг, скажем так. Но нужно готовиться к последствиям. Османская империя на нас сразу может ударить нам в спину. Поэтому, я думаю, будет разумным укрепить Курск. Кинуть сюда тоже два отряда, чтобы мы могли в случае чего отбить нападение османов. Ну, это такое, скажем, далекое. Перспектива. Значит, собираем мы этот бравый отряд на следующем ходу и отправляем их на границу с Польшей. Комплектуем второй отряд и отправляем его тоже на границу с Польшей. Швеция уже немножко передумала, но это сейчас будет пол игры, вот эти будут хождения туда-обратно, потому что, знаете, они как будто не могут определиться. Так, в общем, укомплектовали отряд и перекидываем его обратно. Далее ждем. Нам, блин, затупил, ребятки, затупил. Нужно было обязательно поставить троица казарму. И нужно было бы рекрутировать парочку стрелковых отрядов, чтобы укомплектовать их и закинуть их на Польшу. Так, вакцинация исследована. Кавалерию, конечно, кавалерию. Так, революция в медицине теперь доступна. Ага, нам открылась первая миссия. Нам
На всех территориях вашей империи будут бесплатно построены местные госпитали. Давайте пока подождем. Я думаю, нам пока нету конкурентов в этом плане, чтобы кто-то нас перегнал. Лучше, я думаю, подождать. Мы сейчас отхватим Польшу и отхватим Швецию. Тогда выполним эту миссию и заодно уже построим госпитали и на тех территориях. В принципе, это неплохой такой бонус в начале. То есть, считайте, у нас сейчас уже на данный момент 5 территорий. И мы за бесплатно на каждой построим госпиталь. Так, нам нужно выбрать, кто у нас сын или дочь будет нашим наследником. Михаил или Анастасия. Давайте пускай будет Михаил. Мишанька у нас будет нашим наследником. Так, казармы готовы. Давайте рекрутируем, значит, мушкетеров. Хотя бы одних пока. Немножко по деньгам. Мы не вытягиваем пока наем армии. Не вытягиваем. Но ничего. Это пока, это только начало. Конечно, многие из вас скажут или подумают, потому что вы обычно у меня почему-то уже в комментариях молчите. Это раньше вы там разговаривали. Сейчас вы молчите. Молчуны такие, ребятки. В общем, вы, наверное, скажете или подумаете, вот, лучше бы ты сначала шел бы в экономику, чем в военное дело. То есть собираешь копейки, нанимаешь армию. Нема ничего. Ну, ребята, все будет. Я просто считаю, что всем этим паскудам, которые вокруг нас, надо сначала обязательно показать, кто тут папка, кто тут главный, чтобы они понимали, с кем они рядом вообще находятся. Так, пропускаем ход. Тем временем Франция почему-то резко к нам стала хорошо относиться, аж на целых 55. Как я понимаю, мы в оборонительном союзе с Молдовой. Как вариант, ее можно будет потом мирно себе присоединить. Толку от нее все равно никакого не будет. Так, собственно, у нас уже один такой хороший отрядик готов. Перекидываем его тоже на границу с Польшей. А здесь нам нужно офицера. И такой комбо-отряд сделаем. Оставим его здесь, в столице. Чтоб, если что, он мог со Швецией. Государство Австрия выдвинуло торговое предложение. Нет, не хочу, ребятки. Ничего никому не буду давать, и мне от вас пока ничего не нужно. Османская империя. Так, Швеция выдвинула торговое предложение. Нет, ребят, не буду я с вами торговать. Можете на меня обижаться, можете злиться или беситься, но... Уж извините. Кавалерия исследована. Хорошо, давайте теперь немножко пойдем в мирную отрасль. Исследуем торговую инфраструктуру, может быть, где-нибудь построим торговые пути. Так, 2500 населения. Давайте сейчас среструктируем наши отряды полностью, которые я там запланировал, и подсоберем немножко населения и сделаем миссию. Швеция, не делай ошибку, за которую ты потом не сможешь расплатиться. Не делай. Оно того не стоит. Ну, хотя это эквивалентно моему вот этому отряду. Хотя у меня даже чуть-чуть получше будет. В любом случае, если даже вдруг Швеция нападет и возьмет Санкт-Петербург в осаду, они сразу его взять не смогут. Я думаю, мы успеем вернуть наши войска в столицу и покончить с ними. И пойти как бы в ответ. Так, все, с Молдовией у нас завершился союз. Теперь сейчас, наверное, ее будет жарить или жучить, как хотите, Австрия. Потому что, я думаю, Молдову не трогали из-за нас. И я считаю, что мы такой сильный военный союзник. Так, ну понятно, что у нас не хватает немножко там денежек на производство, точнее на рекрут отрядов. Еще одна миссия. Значит, сухопутных... Ага, все ваши отряды будут обеспечены продовольствием на один год. Хорошо, надо сухопутных торговых путей 3. С кем же нам тут торговать-то? С Молдовой? Торговая... Да, это все хорошо, но пока у нас нету ни финансов. Так, Австрия, Польша считают, что наступил подходящий момент для... между нашими странами. Они предлагают нам заключить оборонительный союз. Хорошо. Пускай так. Раз нам Курва платит, почему бы не согласиться? Деньги нам сейчас нужны. Торговый союз нам кушать не просит. Подождем.
подкопим войско. Польша нет. То, что мы в союзе временном, такая фикция, скажем так, это не значит, что мы будем с тобой торговать. Мы как раз укрепим свое войско и в нужный момент сделаем ветер. Австрия напала на Османскую империю. Я считаю, мы как союзники Австрии должны тоже вмешаться, так сказать. Саксония нам объявила войну, ребята. Саксония начинает войну с одним из наших союзников. Согласно условиям договора, мы объявляем агрессору войну. Хорошо. Пускай так. Знаете, как бы жалко, что Саксония далеко от нас. Я бы подошел как бы к их границе, как бы своими войсками, да, и сказал бы, типа, братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Ну, чтобы как бы они понимали, что если что, то мы можем как бы и гахнуть. Попробуем, Я думаю, может сделать финт ушами. И, к примеру, напасть на... Подождите, нет, с Османской империей мы не воюем. Я уже хотел сделать гадость. Я, если честно, уже, знаете, хотел, короче, напасть на Османскую империю. Думаю, пока наши воюют, под общую шумиху, тоже там заварушку встрять и нагнуть османов. Австрия выдвинула торговое предложение. Продовольство за... Нет, нам деньги не нужны. Смотрите, Австрия к нам стала сразу плохо относиться. Мы обиделись. Османская империя, кстати, пропала с этого, то есть Австрия даже стала хуже относиться, чем Швеция выдвинула. Нет, Швеция. Я не могу понять, вы что, нашли рынок сбыта или что это вообще такое? Что это за приколы, что я вам должен что-то давать? Я никому ничего не должен, а кому должен, я прощаю. Так, давайте поменяем Кутузова. Кутузов у нас будет дрючить в Османскую империю чуть попозже. Он будет это делать. Как всегда, и в прошлом сезоне Австрия выступает и позиционирует себя как сильная страна. Видите, она уже, грубо говоря, не прошло и пару лет с начала игры, ну, я имею в виду игрового времени, Австрия уже активно проявляет агрессию и захватывает страны, территории рядом с собой. Не знаю, как еще Молдова стоит. Наверное, просто ждет, чтобы мы ее мирно к себе присоединили. Сейчас я попробую перекинуть наши войска. О, Великобритания сделала миссию аграрная революция. Это хорошо. Аграрную они сделали, а мы сделаем с вами революцию в медицине. Собственно, я хотел вот так вот усилить Курск. Все-таки сейчас. Давайте пока, наверное, усилим. Вот так вот раскидаем наши войска. Этот хлопец уже подождет, пока мы выполним миссию. Все-таки, наверное, выполним ее сейчас, потому что есть шанс, что мы вообще потеряем возможность, и вместо нас это сделает кто-нибудь другой. Что, в принципе, не хотелось бы, чтобы так было. Поэтому давайте, вот, сейчас мы вроде это можем сделать. Вот, собираем, строим госпиталя, и на этом как бы все. И ждем прироста населения, скажем так. Плохо, конечно, то, что... Ну как плохо? С одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо, хер его знает, как лучше. У нас много территорий, которые нужно охранять. К нам могут с любой стороны подобраться. Так, значит, у нас по 300 населения за ход. В принципе, это плохо. Это, грубо говоря, один отряд мы формируем за два хода, потому что в среднем на отряд надо 450-550 населения. Так. Исследование нашей пушки. Значит, начальные школы можно строить. Торговое консульство. Давайте консульство. Эти пушки, да? Да, теперь мы можем захватывать вражеские пушки на поле боя. Никогда, сколько раз не проходил я переговоры, никогда это не делал. Ребята, если знаете, как это делается, обязательно пишите мне в комментариях. Может быть, хотя бы знать, как мне все действия делать. Так, ну что, мушкетеры, хорошая вот так на расстоянии, но везде в ближнем бою. Ну, я предлагаю, нам надо сделать такое комбо. Вот так.
такие, знаете, чтобы были, скажем, универсальные отряды. Австрия выдвинула, вы смотрите, она уже какие цифры пошли, 1500 продовольства на 2000 золота, отвергнуть, Австрия, отвергнуть, мы с тобой ничего общего иметь не будем, только пока мы состоим в союзе. Так, хорошо, мирная аннексия исследована, уже хорошо, позволяет строить торговые гавани, давайте лучше начальные школы изучим. О, теперь мы можем вести дипломатию начальную. Ну, нам пока это не нужно. Нам пока нужно приготовиться к войне. А самое главное, приготовиться, чтобы этим пшахам надавать по ихней шапке. Ребята, это просто дело принципа. Сначала мы будем разбираться с поляками. В обязательном порядке. Тем более у них только одна территория. Я думаю, они будут не против. Польский Сейм согласится с нами. Какая разница, или зачем себя кормить, если можно покормить как бы нас? Пруссия выполняет миссию «Железная дорога». Вознаграждение на всех территориях этой империи построены лесопильные заводы. Срок действия договора истек. Хорошо. Смотрите, как только истек срок договора, сразу Австрия еще больше у нас упала в отношениях с нами. Но ничего, я ее не боюсь. Я ее не боюсь и не собираюсь бояться. Так, отряд у нас укомплектован, в принципе. Оставляем его пока тут. Мы раскидали пока все отряды по карте. То есть мы вроде все охватили. Не Швеция, мы не будем с тобой торговать. Молдова выдвинула торговое предложение. Нет, мы не будем торговать. У них какие-то торговые предложения очень, скажем так, неправильные. Так, что тут по зданиям? Мы можем построить конюшни, литейный цех. Давайте заводик пока построим. Денежка у нас есть. А в отрядах построим еще одного офицера. Точнее, капитана. Ну, капитан и офицер, какая нахер разница. О, Австрия, Франция, Пьемонт считают, что мы... Ну, хорошо, давайте, ребята. 2000 на дороге не валяется. Платите мне деньги в сберегательную кассу. Я эти деньги обязательно потом использую против вас. Мы до этого дойдем. Мы до этого дойдем. Так, что тут у нас дальше? Срок действия договора Британского Союза Австрии уже истек? Что это, что было, блять, на день? Ладно. Что-то на один ход, я не понял, что это был за финт ушами, если честно. Ну, наверное, пацанам виднее. Потихонечку подготавливаем кавалерию. Сейчас начнем еще строить пехоту. Будем потом пехотой во все щели иметь всех подряд. Смотрите, смотрите, что там Польша удегеривает. Вы видели? Что-то там серьезное пошло. После периода оккупации провинция Гельминская республика сломила голову. Австрия, короче, забрала себе. Уже кого-то там нагнула. Так, новые офицеры ожидают. Начальное образование исследовано. Давайте военную гавань. Так, все, пока у нас все идет по отрядам. Давайте, значит, одних стрелков, наверное. Мушкетеров. Вот так. И немножко подождем. Сейчас за три хода как раз подкопится население. Как раз сможем рубануть с вами немножко конницы. Чтобы было. Так, что там у нас у поляков? Значит, понятно. Это тупой зеркраш. Угу. Да, вы видите, то есть более жестче австрийцы. Более жестче. Ну, капитан Гусейн Паша, это несерьезно. Все это пока что несерьезно. Сейчас сделаем ударные отряды, скомплектуем их, потом их выведем. Пограничников наших уберем обратно в этот, в форт, для того, чтобы не жрали еду. И сделаем финтушами и нагнем Польшу.
Не знаю, ребятки, успеем ли мы это сделать в этом видео, или это будет перенесено на второе, но мы обязательно это сделаем. Мы обязательно это сделаем. Итак, конюшни построены, отлично. Как раз у нас подкопилось немножко населения. Но нам все равно не хватает. Еще один ход пропускаем. Австрия выдвинула. Нет, Австрия нет. Что-то Австрия явно с нами идет на конфликт. Хочет помериться, наверное, силушкой. Давай, Австрия. Нет, Молдовия, нет. Никаких торговых отношений с вами, ребята. Никаких. Так, отряды. Значит, казаки. Более бронированные, но меньше... Кавалерийское подразделение предназначено для ближнего боя. Наиболее успешно применяется для прорыва вражеских каре. Очень быстро. Давайте лучше возьмем очень быструю. Чтоб они так шух-шух-шух-шух налетели. Шух-шух-шух. Порубали всех в капусту, как бы, и все. Блин, я забыл совсем промониторить Швецию. Как у нее там дела? По войску. Как у нее дела по войску? Швеция. Ничего серьезного нет. В принципе, раз, два, и вот этот, и мы можем Швецию нагнуть. Но тем самым мы оголяем себе вот этот фронт. Сразу попрет Австрия. Минск, Киев, Курск. Хорошо, конечно, блин, но, ребята, стрёмно, стремновато пока делать такие жесткие ходы, скажем так. Давайте пока, значит, начальную школу, наверное, построим. Так сказать, подэкономим немножко население. И подумаем, как бы нам лучше сделать. В принципе, хорошие отношения со Швецией мне вообще нахрен не сдались. Мне бы лучше заручиться бы поддержкой той же самой Австрии. Отвергнуть. Они все ближе подвигаются к моим границам. Вот мне бы хорошие отношения с Австрией, чисто теоретически. И можно было бы вообще всех в округе беспроблемно как бы во все дыры иметь. И ничего бы мне за это не было, потому что Австрия была бы на моей стороне. И она бы, я знал, что меня в спину никто не ударит. Хотя, вы знаете, это настолько как бы непостоянная эта игра. И здесь бывают делаются такие непонятные какие-то шаги. То есть здесь нельзя предугадать. Сегодня ты с ними дружишь, завтра они на тебя нападают в спину. Так, господин Ростоботров. Ага, хорошо, мы получили структуру. Миссия Лучист Морей теперь доступна. Что нужно сделать? Золото 4000 на 7500. И что-то делать? На всех подходящих территориях будет бесплатно построена военная гавань. И в каждой будет спущено на воду по одному шлюпу. Это, конечно, хорошо, но население, золото, слишком сомнительная перспектива выполнения этой миссии. Так, Австрия, ты меня пугаешь, малыш. Ты меня пугаешь. Не хотелось бы выводить наш этот супер-пупер отряд сюда, потому что оно и так... Нет, по идее мы, в принципе, в плюсе. Давайте мы тоже подведем туда, на границу с Австрией, чтобы они как бы не думали, что тут как бы обоссанные какие-то бомжи сидят. Давай, Австрия, хочешь помериться как бы письками? Давай померимся, легко. Не вопрос. Так, значит, гусаров хочу. Мушкетеров хочу и ополченцев. Пока рекрутироваться будут гусары, оно денежки подсобираются. Че там, пацаны? Куда вы убежали? А ну давайте, остановочку делаем, обратно возвращаемся. Это я только начал к вам подходить, а вы уже обоссались. Так, хорошо. Гусары у нас готовы, пошел командир. Точнее, нет, командир у нас будет потом. Мы сейчас как раз исследуем полковника. Мы сможем нанимать полковника, и тогда наши капитаны будут покруче. В общем, будет бомба. Пока у нас все получается, все нанимается. Австрия опять делает те движения. Смотрите, уже три войска подвел.
Ну, падла, если он нападет на Киев, то я Киев, получается, сдам, потому что у меня там один отряд. Я, конечно, его пошмотаю. Но... Что тут у нас? Пушки, пушки. Ага. Ага. Ну, такое. В принципе, втроем мы бы смогли бы ему вальнуть. Так, ладно, не будем ждать, пока будет готов генерал, пока он исследуется. Лучше подготовимся. Австрия стала в плюс в отношениях с нами. Наверное, почувствовала, что может получить по шляпе. И решила немножко поубавить свой пыл. Я считаю, с ее стороны это очень логично и правильно. Вообще не люблю вот эти все телодвижения, когда происходят на моей, рядом с моими границами. Вот Швеция опять. Вот Швеция. Ну ты вот явно напрашиваешься на пиздюлин. Ну зачем? Польша считают. Хорошо. Давай, Польша, мне деньги как раз нужны. Потяну я за тебя, курва. Твои проблемы. Хотя я думал, ты мне проблем не составишь. Так, военная гавань, но нам нафиг не надо. Давайте попробуем немножко удариться в экономику. Как бы пора немножко какие-то пути налаживать, чтобы денежка шла. У нас армия растет, аппетиты растут. Деньги нам не помешают. Так, ну пока в Польше мы можем построить торговое отделение. Пока мы с ними не воюем, надо с ними торговать. Потому что война с Польшей будет очень быстрая. И, конечно же, победная. Что-то там, опа, Саксония. А Саксония ж с нами-то в войне, ребята. Саксония-то может идти к нам на самом-то деле. Мы даже не догадываемся. Миссия «Всемирная выставка» теперь доступна. Хорошо. Это очень хорошо, это очень классно. Здание. Вот, торговые лагеря. Угу. Давайте подкопим денег. Сделаем тренировочные лагеря. Тем самым переведем всех наших капитанов в полковники, докомплектуем их всех воинами и будем встречать Саксонию. Ребята, Саксония 100 пудов идет к нам, 100 пудов. Два отряда саксонцев идут с нами выяснять отношения. Что мы можем им предложить в ответ? А, ну это такое. Это такое. Давайте тогда сделаем вот так вот. На всякий случай переведем наших вот сюда, для того, чтобы вот так укрепить и ту позицию, в принципе, что те мы разобьемся. Черное море всегда выступало ареной морских баталий, поскольку многие народы греки... Че оно вообще вылезло? Я че? А, я правую кнопку еще нажал, я извиняюсь. Эту акваторию контролирует порт города Одесса. Ух ты! А где тут Одесса, ребята? Это Одесса. Мой соседний город прям. Завершаем ход. Купим деньги. Наблюдаем за Швецией. Ну, давай, Саксония. Ну, подходи. Блин, она не туда пошла. Очень жаль. Так, торговое отделение в Молдове есть. Уже хорошо. Министерство торговли. Мы сможем право на проход. Так, а с тобой мы можем торговать? Да, торговая. А, не хватает денег, все равно ждем тогда. Так, Австрия ищет возможности примкнуть к вашему оборонительному союзу. 300 копеек нам платит. Ну давай. Как раз хватит мне на торговое отделение. Можно, кстати, в Австрию кинуть путь. Денежки шли. Корабли и караваны мутятся. Точнее, крутятся, ловеха мутится. Ага, Молдова тоже к нам вступила. В
Польше есть. Так, давайте здесь торговое отделение в Австрии. Они будут получше, скажем так. Они будут получше. Что-то Саксония до нас не дошла. Ух ты! Ух ты! Пошел замес! А Австрия у нас в оборонительном союзе. Шикарно. Если это то, что я думаю. У нас война с ними? Или нет? Я хочу узнать, что у нас с Османской объявлением войны. Нет, Османская империя с нами не в войне, очень жаль. Может, это потом проявится, скажешь, типа, мол, ко-ко-ко-ко-ко-ко, наши союзники вступили в войну, мы должны им помочь. Но пока, в общем, такого нету. Хотя, вы знаете, я бы был бы готов помочь союзникам. Так, Швеция предлагает нам 1200, но... Ну, давай, Швеция, проходи, пожалуйста, деньги нам нужны. Проходи, проходи, проходи. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Швеция дальше не пошла. Пока только попросила. Так, в зданиях мы наконец-то, наверное, можем построить. Да, мы можем построить тренировочные лагеря. Наверное, сейчас построим тренировочные лагеря, и на этом будем заканчивать наше первое видео. Будем сохраняться. Ребятки, обязательно ставьте лайки, если вы рады, то что Империя Гори вернулась. Рыночная реформа исследована. Хорошо. Давайте тогда издательство. Нам доступен договор по правилам на проезд. Хорошо. Я очень-очень рад. Завершаем. Не знаю, единственное, когда я здесь использовал пушки, это когда нужно кого-то выбить из здания. Они залезли в здание, дал один залп пушками по зданию, и они повыбегали. Чего? После периода оккупации граница опять. Они то появляются, то пропадают, то появляются, то пропадают. Так, Австрия, есть торговое отделение. Хорошо, давайте теперь с османами. Соберем денежку и с османами еще поторгуем. Пока мы с ними не воюем, мы с ними торгуем. Надо от всего брать выгоду, ребята. Ого! Вот это поляки! Смотрите, какая высокоразвитая нация вообще. Они даже приплыли на корабле. Батюшки, что происходит? Люди православные, вы видели как... Не, ну опять же, сколько играло, что Польша до такого момента жила, чтобы она могла построить себе корабль? Нет, ну это мое упущение явно. Я попустил ее в том плане, что не захватил ее в самом начале игры. Начал с ней союзы принимать. Поляки, они же вообще не должны тут существовать. Их надо сразу захватывать и все. Надо использовать их как плацдарм в Европе. Для большего они не годятся. Так, все, отлично. Все мои хлопцы должны были стать... Да, полковниками. Да, полковниками, которым никто не пишет. Итак, надо выводить пацанов. Мы пошли в минус уже активно. Надо выводить пацанов и раскидывать их по... Вот так вот хочу их просто пораскидывать. Вот так. И на этом, пожалуй, все. То есть мы сейчас пройдем, пораскидываем ребят всех по отрядам, так сказать, укомплектуем их. И на этом... Мы будем готовы к нашему плану. К нашему плану атаки. А с вами был Росси в этом видео. И спасибо, что вы смотрите, если вы это действительно делаете. Ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал обязательно. И пишите свои комментарии по поводу того, рады ли вы или нет, что мы снова с вами играем в Imperial Glory. Всем до скорых встреч и всем пока.